Тебе это зачем? Гостях можешь не портить? Я не порчу. Ты портишь. Слушай, если мы поедем прямо до нашей, то сколько это по времени? Короче, я даже останавливать не буду. Там память должна закончиться уже. Ну, 20 минут. Так, это было 4, что ли, гигабайт последний раз. Понимаю, когда. Ладно, буду. المحطة القادمة هي نخيل. The next station is نخيل. Сейчас снимается вот это пятно, да? А здесь в углу прям удобно. Поезд. Прям сабвей, иногда сабвей. Прыгать надо. Туда, туда, на то. Woman. Если бы вам сказали, что с нами пляшем, у нас на самом деле вы пляшем из-за этого концерта. Слушай, за деньги все что угодно. Honey, well. Зачем только здание? Здесь только нету бизнеса, столько, чтобы было столько. Да? А куда им деньги девать? Хорошо, вот каждый есть человек, чем занимается. Да нет, куда им деньги девать? Вот нефтяные деньги пришли, куда их девать? Хорошо, для чего вот это строить? Хорошо, другой вариант. Вот деньги, вот куча для людей строят. Они построили уже развлечения. До хрена развлечения. Они покупают акции «Газпрома». А им не интересно будет вкладывать в чужое. Они хотят вкладывать в то, что они контролируют, и делают абсолютно правильно.
She's good. She's never seen it. Okay. You wait. Counterpunch. You know? Парусное. Как яхта с парусом. We were friends since the first semester together. We took Kak one together. So now it's not that the user can get it. Shut off BG. The next station is Можно до следующего. Нам, в принципе, плюс-минус одинаково. Где вот это day-to-day? Пересек, да, на зеленый. Перейдем? Тебе надо? Или я с утра сбегаю? Вряд ли. С утра сбегаешь. Ну да, она... То есть либо сегодня, либо... либо потом. Так же, одинаково. Сколько минут? Ну там что это, что? Ну 15. Быстрым вот шагом даже 10. Угу. Вот мировая сеть не хочет, потому что... Но мы живем... Нормально, в хорошем месте, неплохо, в принципе. Вон местный коттедж. Тоже, наверное, в аренду. Мы, по-моему, тут шли, да, мы тут шли. Когда? Когда? Когда мы тут шли? А мы до Дубая этого еще не доехали? Или уже доехали? Нет, что там впереди, вон там рынки. Понятно. Вон он, ты чё? Мы тут не могли быть. Да, мы тут не могли. Дымка опять. А температура можно? Ну, кстати, вот... Температура чуть-чуть на 3, или там влажность повыше. Там, там было вообще совершенно не жарко. Вот температура совсем. 33. Так, это значит здесь просто жарче, видимо. Ощущается как... так, вот максимально было сегодня 36. Ощущается 25. Нет, ощущается как 33. 36-25 это максимальная минимальная температура. Mm-hmm. Не, ну ночью вообще отлично. The next station is Mall of the Emirates. Владик, кстати, вообще не верит, что мы так мало потратили. Нифига, говорит, вы молодцы, супер экономно вообще. За 5000? Ну просто, ну, тварь, жевать не буду. Я уже сама чувствую. Уже не заряжается, все. У тебя 52% чуть тебя заряжают. Почему мне так стало заряжаться? Да хватит заряжать. На следующий срок не берешь, да? Нет. Почему? Просто отключи, держи. А лучше нормально. Абу-Даби банк?
Да, там сейчас будут станции, одна за другой называется банк, 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 банк. Ну, они, наверное, спонсировали эти банки. Так это их банки. В смысле, они спонсировали. Это их собственность. Ламборджини. المحطة القادمة هي نور بانك. Ну вообще круто, конечно, построено. Вот столько, блин, тут всего просто. Ты же водку на экскурсии подумаешь. Метро сел? Да. Сначала до конца. Да. Мы ехали вот здесь, с аэропорта. Да ладно. Я помню вот это Микрин, я смотрела. Вот это с другой стороны было. Или с какого аэропорта мы ехали? Ладно, я не знаю, окей, я не знаю. Мне казалось, что мы прилетели в тот большой, нет? Нет. В тот прилетели. Ну ладно. Ну да, он говорил, какой-то, который далеко. Мы прилетели, в который далеко. Что-то мне кажется, что мы здесь... Вот, это... Я помню это, да. А, ну да. Соха. А, да-да-да, кстати, что-то похожее, правда, да. Я помню, Соха вот это ехали. Угу. Я еще такая думала, ого, да, мы парус приезжали, но отсюда ехали. Угу. Ну, пойдем смотреть на фонтаны. Нет, спасибо, я хочу бассейн. У нас по плану бассейн. Сегодня попасть в бассейн. До 9. Сколько время? 17:30. Местного? Местного. Какая длинная станция. Длинный перегон. Да, мы еще штаны приезжали, помнишь? Вот построили же, да, штаны. Вот птицы дохлые валяются. Почему они валяются? Не знаю. Сбивают? А может быть, в принципе, сбивают. А, ну, наверное, ночью проходят здесь и убирают их, потому что... Ну, то есть, сегодня, видимо, они лежат. Тут рельсы старые. Ну, здесь, видимо, используются уже давненько. А вот там, где мы ехали, конечные, там были свежие. А где ты видишь, что старые? Тоже как-то особо не старые. Шавчина. Ну и что? Уже 14 минут едем без учета остановок. Память у меня всего ничего. Короче, я тогда сниму до бизнеса этого, а дальше на другой телефон. Carolina,
Да, видишь, там действительно был масштаб несохранен. Там же было, что башня, которая рядом, наполовину этой бурждели. А на самом деле? А на самом деле нет. А там было, что там оно вообще в самом низу. Поэтому я когда у него стала про масштаб спрашивать. А вот это «В», тут этот цирк, который водный. А, ну да, он говорил, да, точно, значит, здесь и ехали. Здесь, да, ехали. А, ну да, с того аэропорта, скорее всего, мы бы на метро не доехали. А хотя нет, смотри, скорее всего. Я не знаю. Ну то, что там никого покупателей не было, это огорчает. Да нет, нет, пофигу на самом деле, ну просто интересно. Цирк не может быть не круглый. Цирк всегда круглый. The next station is Да они все садятся. Ну... О, сейчас забьются. Вот. Поменьше сделаешь. С телевизором всем показывают, потом говорят, а что это у меня смотрят в телевизор все? Пусть смотрят. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is برج خليفة دبي مول. دبي مول. Тебя папа скинул видео, скинул, что папа смотрел машинист.